В предстоящие выходные губкинские предприниматели отметят свой профессиональный праздник. О представителях малого бизнеса, проблемах, достижениях шла речь в прямом эфире, который состоялся накануне. Гостями студии стали заместитель главы администрации города по экономике и финансам Наталья Красная, председатель Союза предпринимателей Георгий Боднар и заместитель директора ИТЦ «Старт» Дмитрий Маджар. Поддержка малого бизнеса – стратегическая задача и для округа, и для города. Это мнение было ключевым в обсуждении темы предпринимательства и организации собственного дела. Кроме поддержки, которую осуществляет ИТЦ «Старт», ежегодно с различными департаментами – департаментом экономики Янао, департаментом АПК Янао – объявляются конкурсы. Это предоставление субсидий на конкурсной основе, действительно на модернизацию производства, на приобретение оборудования в лизинг. Также хочу осветить такое направление деятельности, как организация текущей деятельности, содержание детей дошкольного возраста. Начинающих предпринимателей Наталья Красная пригласила с 21 октября принять участие в муниципальном конкурсе на получение гранта. Администрации города предоставляются гранты именно начинающим предпринимателям на развитие своего бизнеса. Предоставляются гранты на конкурсной основе. Максимальный размер гранта для одного начинающего предпринимателя он составляет 300 тысяч рублей. Также в ходе прямого эфира прозвучало мнение потребителей. Вопрос интерактивного голосование звучало следующим образом. При выборе товара или услуги, что, на ваш взгляд, важнее? И по итогам эфира выяснилось, что чаще всего телезрители учитывают ценовую политику, а качество товаров и услуг уступило всего несколько процентов голосов. Напоминаем, полную версию прямого эфира вы можете посмотреть на официальном сайте телерадиокомпании «Вектор».